Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Карлсон. Крокодил Гена. Микки Маус. Меган Фокс. Ну, Хрюша. Покемон. Мулан. Сейлор Мун. Джонни Депп. Сильвестр Сталлоне. Как давно вы познакомились с Нюшей? 5 минут назад. Сегодня. Год назад. Вчера вечером. А кто это? Что вы планируете подарить имениннице? Подгузник. Галстук. Пластмассовая лошадка. Ой, это какой-то хлам. Пыльные вещи, ненужные, вантус, не знаю, банки, склянки. Ну, презервативы. Пыль. Маленький водопад. Подставку для видеокассет. Такую коробку для хранения ключей. Да? Кто из гостей может прийти без подарка? Денис Воробьев. Денис Воробьев. Ира Шурочкина. Оксана Шурочкина. Лана, безусловно. Женя. А, и еще мой парень Арам. Да. Это мой мужчина, Феррана. Что вы делаете, когда Нюша уезжает на гастроли? Вой на Луну. 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 Ну, вой на Луну. Как вам последний клип Нюши? Он самый лучший. Ну, если серьезный, то на самом деле за ним будущее. Ну, когда нужно загрузиться там в размышления о смысле жизни, о том, как устроен мир, то, конечно, это не американский пирог. Я знаю, что он по книге 50 оттенков серого. Я его не смотрел. Как фанаты Нюши ведут себя во время концертов? Уверен, раскованно. Шепотом кричат «Ура, ура, ура». Ну, это какой-то, наверное, полный неадекват просто. Песни. Поются самые популярные «Рюмка водки на столе», «Все для тебя», «Купание в бассейне», там «Россия вперед». Ну, они ломают мебель об спины. Эй, наливай! А что именно кричат фанаты Нюши на концертах? Сос. Тагил. За Родину, за Сталина. Пожар кричат. Расскажите, какая Нюша между гастролями? Аппетитная женщина. Она прям такая секси-секси. И так это... Оп! Одним словом, батарейка. Красивая в коротких шортах. Она должна вся быть намазана маслом, мне кажется, кроме рук. Руки у нее должны быть в этой белой пудре специально. Ну, значит, это такой полумужчина-полуженщина. Еще остался вот один шаг, и это уже мужчина. Здоровые ляхи, как не знаю, как три моих, наверное. Ну, она мощная. Падает на людей, всех убивает своей мощностью. Что по райдеру должно быть в гримерке Нюши? Колющие, режущие предметы. Алкоголь, купленный не в дьюти-фри. А еще наркотики, какие-нибудь животных экзотических. Больше, по-моему, 50 миллиграмм, тюбики, там, духи и так далее. Ну, ножи, пистолеты, наркотики там. Ну, можно, наверное, как наркотики, но официально нет. Вы попали на концерт Нюши. Ваши действия? Нужно помочь детям и женщинам. Ну, то есть посмотреть, если они рядом, чтобы помочь им выбрать. Главное не паниковать. Вот главное не паниковать. Нужно оценить ситуацию. Надо просто бежать. Ну, всех пихать и первым сваливать. Ну, и орать еще, конечно же. При этом. Это свежее выступление, да, было очень стрёмно, и я орала пи***. Как должен выглядеть избранник Нюши? Ну, похож на него, посмотрите. Профиль. Совершенно бесшабашное маленькое существо, выдуманное, искусственно выведенная порода. Такими локаторами круглыми, с носиком-треугольничком. И с животиком, на который нажимаешь, он поет. Ну, такой же, как я, только более заросший. Когда в первый раз вы поцеловались с мужчиной? Пожалуй, какие-то школьные годы. Возможно, ориентировочно 9 класс. Ну, пожалуй, так. С отцом на свою 16-летие. Лет 14, наверное. 15. Ну, логично. 14 лет. В 16 лет в Крыму с малознакомыми мне людьми. Сережа. Алена, ну, это все, но их было больше. Был студентом, первый курс, нас сразу послали на картошку, точнее на помидоры. Тоже сам с собой?
Нет, у нас куча студентов было. На этом моя вечеринка закончилась. И напоследок, ваше пожелание имениннице. Дорогая наша Нюша. Мы, твои друзья. И родные. Поздравляем тебя с твоим праздником. Знай, ты самая красивая. Талантливая и душевная девушка на земле. Мы всегда будем рядом с тобой. А ты всегда будешь рядом с нами. Мы очень любим тебя. С днем рождения. С днем рождения. Ура! Ура. Люби, люби. А, люби. Мил, люблю тебя. Мил, люблю тебя.